Ну и всем привет, вы на канале Настя Двиня. Ну и сегодня я для вас сниму утреннюю прогулку. Сейчас у нас 9 часов, и мы идем на поле. Заодно мы поснимаем для всякие части на докмэп и так далее. С собой я беру вот такой вот мяч-глайкер и вкус пинявки. На! Ну что ж, начинаем. Е-е-е, мой мяч! Кстати, я думаю, вы заметили то, что видео с этого видео будут качественнее, так как мы теперь монтируем на компьютере. Мы снимаем на камеру и теперь монтируем тоже на компьютере. Веня, лови! Ой. И сейчас я... Веня, мяч! Побежал! Кстати, ребята, вы помните это поле? В прошлом году на карантине я именно здесь гулял. Я брал мячики и играл здесь. Но это было где-то в мае или в конце апреля. Я уже на другой стороне бегу, я уже узнала это поле. Особенно здесь хорошо, когда солнышко! Лови! Давай. Давай, полетели! Полетели, к взлету готов! Пристегнули ремни! Давайте взлеты! Веня, давай! Ракета улетает! Ракета улетает и... Давай, побежали, ракета сейчас без тебя улетит. Давай, побежали. Да. И Веня, ракета взлетела без Вени.